Самые умные и эрудированные воспитанники детских домов Самары, Тольятти и Сызрани собрались, чтобы выполнять непростые интеллектуальные задания. Кроме школьной программы, приходится изучать энциклопедии, читать дополнительную литературу. Но все это бестолку, уверены участники, если в команде нет понимания. Именно сплоченность дает высокие результаты. У нас стратегия. Все выдают свои точки зрения, записываем в листочек, совещаемся, выбираем что-то одно. Растеряешься, не сможешь думать, вот, все поплывет. 7 команд по 5 человек. В своих детских домах они уже самые умные. Развивающая игра «Ума палата» проходит в рамках проекта «Вернуть детство», который создан по инициативе полномочного представителя президента Михаила Бабича. С 2009 года ребята проявляют смекалку и сообразительность и получают за это призы. Ребята показывают себя, свои интеллектуальные умения, знания. Это тоже очень важно, чтобы, в общем-то, на фоне других, ну, таких же воспитанников, посмотреть свои возможности, да, свою эрудицию сравнить. Вот. Ну и, во-вторых, очень как бы необходимо дух соревнования. То есть важно не просто участвовать, а важно победить, занять какое-то место. Победители регионального этапа отправятся защищать честь Самарской области на окружном этапе игры в Уфе, который пройдет 4 и 5 ноября. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.